Всем привет, друзья! Вы попали на канал Бананчик. Меня зовут Владимир, и я продолжаю выживать в ЛДЕ. Друзья мои, и меня опять же ограбили. Ё-моё! Короче, чем больше я рейжу, чем больше вот эту делаю планку, да, вот у меня было максимально пока 4 дня. Чем больше я делаю, тем есть больший вероятный шанс, что меня ограбят. Ну, это, конечно же, на изи. То, что мне не нравится, меня опять ломают все сундуки. Вот это меня очень бомбит. Вот это мне еще очень долго. Здесь самые такие, знаете, самые такие сильные задания, которые вообще здесь есть. 20 волн в полицейском участке. 3 щенка. Это пипец, как долго я буду их вообще искать. Ну, конечно, щенков я, скорее всего, пропущу. Также слепого. Ну, это самое легкое, наверное, из всего этого. Ну, плюс аптечки. Аптечки я уже выполнил. Но сегодня мы идем на антирейд. База так себе. Я, конечно, ее не чекал. Не буду... Я только посмотрел, что там база, плайер, 98-96, по-моему, или 96-98. Ладно, сейчас посмотрим, что там за база, забыл. Вот. Но база, не знаю. Если плайер, то плайер не факт, что будет бомбический. Если бомбический, конечно, я прочекаю. Если нет, то нафиг, лучше так. На основании сами зачистим его. Вот база, короче, 98-96, да, как я и говорил. Конечно же, я... По-моему, я сишку не доставал, да? Нет, я не достал сишечку. Ну и ладно. Что у нас тут за база? Ну-ка. О, уже вижу, уголок есть. И... Вай. А ба... О, вход уже есть. Все, нормально. Вход будем делать здесь. Ну, тут, как всегда, пусто. Что у нас тут есть еще? База деревянная, вы посмотрите. Сейчас я прочекаю, может, где-нибудь есть камена. Нет, нифига, вон тут еще какой-то пятачок есть. Ну, тут, скорее всего, чоппер, вездеход... Как любят ставить-то? На землю вездеход поставят? Ой, так вся база, что ли, деревянная? Нифига себе. Утихтери-тери-тери-тери. Ну, тогда давайте вот здесь вход сделаем. Нас как раз сушилочка будет защищать. Ой, да ладно, ничего себе. Тут мясо, грядка есть. Что тут еще? Два станка. Ну да, стоит, конечно же, у нас вездеход этот. Чоппер, что ты делаешь? Ну, чоппер, что тут? Только, короче, начало чоппера только... Опа-ля-па-па-ра-пам. В смысле? Даже ни одного сундука нету. Значит, сундуки у нас находятся вот в этой будке. Ёпти-марапти. Ну, давайте тогда начнем с этих двух верстаков. Как раз у нас будет время на это. Ну, тут что? Каменный блок. 20 досок. 20 досок я возьму, потому что доски у меня уходят. Очень хорошо даже уходит. Подождите, там железная печь вообще стоит. Сейчас сломаем. Ва, я что-то не заметил. Слушайте, друзья, по-моему, я ящик не забрал. Снабжение. Да, вчера хотел полный ящик сделать, но у меня слишком поздно было. И так, блин, спать хотелось сильно, так что у нас сегодня не топовый ящик. Тю, да ладно, две гранатки, конечно же, я заберу резину. И тут выбор маленький. Аптечки, которые можно скрафтить самому, также бронька. Но самое, наверное, редкое, это краску. Краску я заберу. Все-таки иногда попадается хороший лут. Никак до этого, 3 раза открыл, и мне попалось такое ГГ, это пипец был. Давайте, друзья, продолжим. Знаю, что печку сломали, надо сейчас еще печку прочекать. Ломаем вот эту штукенцию. Что там у нас? Может, что-нибудь еда есть? Ух ты, ничего себе. Есть тут уголечек. Уголечек я заберу. Ля-ри-ра-ра-ри-ра. Так, там, наверное, скорее всего, морковка будет. Но мне надо прочекать печечку. Это мне не надо. Три-та-та-ри-та-та. Мне вот интересно. Вот когда он у меня забирал всю одежку, куда он, интересно, ее склал? Вот здесь, наверное, вся моя одежда. Сейчас, друзья, я достану сишечку. Да, сишку я, как и говорил, что надо доставать самому. Вставляем. Бабах. Сейчас будет бабах. Ну, бабах делаем. Ой-ой-ой-ой. Добиваем последнего толстячка. Это, надеюсь, последний. Нету никаких запоздалых там чуваков. А то они любят где-то застревать. Ну, есть какой-нибудь тут пузырек. Наверное, скорее всего, бежит издалека. Потому что был у меня один толстый, потом один кислотный. Ладно, неважно, если что, прибежит, мы его убьем. И здесь у нас стоят 6 сундуков. Ёптересеты, вы что, издеваетесь, что ли? Давайте топовые тогда эти возьмем.
Вон где броня моя вся. Если что, эту броню я, конечно же, заберу. Как всегда, я забираю все, что мое и не мое. Второй сундук за все время. Что у нас тут? Вай. Вы что, издеваетесь, что ли? Хоть какой-нибудь лут-то будет здесь сегодня, нет? Но теперь можно молиться, чтобы мне хватило этой железной палки. Но не факт. Ё-моё, еще 5 ударов. 4, 3. Да, и оружие заканчивается. Придется кулаками чувака добивать. Конечно, мы его, наверное, до конца не будем добивать. Так как у меня очень много сундуков там еще. Ну-ка, все, на один удар мы его оставим. Пускай он там стоит. И что у нас там в последнем сундуке-то было? Что-то я немножко проморгал. Ну-ка, вот этот, по-моему, мы разбили. Ёпти-марапти, тут нету ничего. Водичку я заберу-то у тебя. Все, какую-то херню я пою. Я сам не знаю, почему. Да. Беда с этими рейдами, друзья. Вообще беда. Но это не рейд, это антирейд, конечно же. Потому что рейд у меня был на днях. Недавно, конечно же. Мы его проходили потихоньку. И там ничего такое было. Очень хороший лутецкий. Давайте, наверное, сейчас еще разобью два... Ох ты, спасибо, Ансонс. Да, еще вот это заберу. Это я схаваю. Ну и тут, конечно же, опять у нас одежда. Одежда. А что они всю одежду раскидали по сундукам? Это же неинтересно. Это что, на один раз зашел и все везде проскидывал? Скорее всего, да, блин. Еще на один сундук у нас не хватит. Так, давайте вот это я заберу, вот это заберу. Досочки я возьму. Блин, ну тут... Полный ГГ. Что мы делаем? А нафиг он мне нужен? Тут, по идее, шип есть. Если что, я даже могу шипом себя оприходовать, да и все. Сейчас тогда давайте закинем вот это. Немножко заберу лутецкого. Ну, тут правда, тут делать нечего, тут брать нечего. Если такая база вам попадется, друзья, не спешите сюда бежать. Забейте большой и толстый болт. И не торопитесь сюда бить. Здесь нет ничего. База пустая полностью. Знаю, что я такие говнобазы записываю. Ну а чё? По-моему, нормально. Мне нравится. Так вот, есть одна беда. То, что мне драться нечем. Придется взять новенький топорик. А, да, ри-та-та-ри-та-та-та-да. Куда и побежал я, вот не знаю. Давайте возьмем одежду тогда. Старую всю одежду заберем. Пускай у меня она будет. Я хоть обратно ее верну в сундуки. Вот так вот. Так это. Дубинка мне нафиг не нужна. Она бесполезная. Полностью бесполезная дубинка. По-моему, здесь еще одна есть хорошая касочка. И у меня остается последний сундук. Но, наверное, скорее всего, сейчас побежит громила. Ой, как ровненько-то. Нифига себе. Ну и что тут интересного? Доски. Пипец. Давайте еще вот эти доски возьмем. Минус топор можно выкинуть. Изоленту. Больше я тут ничего не вижу, друзья. Ну, вот это еще можно взять. Конечно же, камушек это отлично. Так, это мы схаваем немножко. Нельзя, да, больше ничего схавать. Все, друзья, рейд полное говно. Ну, ничего страшного. Надеюсь, вам он как-нибудь подзатянется. Прощай. Товарищ, я хотел посмотреть, правда, но у меня такая бронь, я, если бы посмотрел бы, я, наверное, скорее всего, бы отлетел. Вообще маленький рейд, антирейд, поехали тогда домой. Вот вам и антирейд, блин, но он у меня унес говносетики вот эти все, конечно же, говносетики я сейчас скину и посмотрим, что вообще я забрал у него. Но я забрал у него очень мало. Все придется опять по округе бегать и восстанавливать сундуки. Ой, как много штанов. Вы посмотрите, сундук штанов. Кому нужно, заходите, забирайте штаны. Ё-моё. Также этот сейчас восстановим немножко. Я закину все статки. Ой, а что у меня дерево здесь валяется? Так, стопы. Стопы, маленький мой друг. Подожди немножко. Да, забрал всю одежду. Алюминьку я сюда перестал кидать, потому что мне уже колебало по каждому сундуку бегать туда-сюда. Ну вот и смотрите, что мы вынесли с того рейда. Очень мало. В основном ресурсы деревянного вида. Круто? Нет, конечно же. Мне тоже такие рейды не нравятся. Ну а что, друзья? Рейд значит рейд.
Точнее, рейд значит антирейд. Блин, запутался еще. Друзья, давайте на этом я буду заканчивать это видео. Кому понравилось, ставим пальчик вверх. Подписываемся на канал и оставляем свои комментарии. И чтобы не пропускать мои новые видосики, прожмите эти колокольчики. И на сегодня всем пока-пока.